Актер Григорий Антипенко мог бы до сих пор жить в мире таблеток, растворов, клизмы и микстур. Но фармацевта по образованию унесло в актеры. А на съемках сериала «Не родись красивой» он нашел себе жену. Как теперь у них дела, актерское семейство поделилось с Еленой Дружняевой. Эту звездную парочку трудно застать вместе. Даже интервью дают по отдельности. Григорий Антипенко бегает по работе из одного театра в другой. А вот Юлия Такшина бегает по хозяйству. Встречается в лучшем случае перед сном. Во время премьеры меня вообще нет. Там последние 2 недели я исчезаю вообще. А еще несколько лет назад, во время съемок сериала, вместе они были круглосуточно. Он строгий начальник Жданов, она нерадивая секретарша Вика. Так служебный роман перерос в настоящий. Правда, Григорий об этом рассказывать не любит. А вот Юля, наоборот, откровенничает. А мне он показался очень заносчивым, молодым человеком, зацикленным на себе. А ему, в свою очередь, показалось, что я заносчивая молодая. После съемок в сериале Григорий стал на расхват. Новые роли предлагают постоянно. Но актер признается, всего этого ему мало. Душа рвется в Голливуд. То, что предлагают мне в кино, оно, скажем так, не такого масштаба, не такого уровня, который я хочу. Я, наверное, просто не дорос еще, поэтому не зовут серьезный проект. А вот про Юлю все как-то сразу забыли. Она была бы рада даже малюсенькой роли. Преследует образ какой-то девушки гламурной, недалекой, неумной. Вот это да, это преследует, потому что сценарий, который висит у меня на почте, в основном разнообразием не отличается. Все неудачи в карьере Юля компенсирует семейными заботами. С головой ушла в воспитание 2 сыновей. И в бассейн сводит, и уроки с ними выучит. Григорий больше похож на воскресного папу. Страшно комплексую по этому поводу, потому что отец нам уделял очень много времени. Мой отец. И мне из-за того, что я не могу, у меня постоянно вот такая вот идет внутренняя борьба. Но Юля, как настоящая женщина, своего мужа во всем защищает. И его отсутствие дома оправдывает. Это когда он приходит, он уделяет им все-все-все свое время. Сейчас пара планирует родить еще одного ребенка. На этот раз хотят девочку. Ньюсблок надеется, в таком случае отец семейства будет чаще появляться дома. Елена Дружняева, Валера Михеев, Дима Игнатьев, Ньюсблок, МТВ.